Дорогие клиенты, покупатели, поклонники сибирского здоровья, я хочу поделиться своим опытом приема вот этого замечательного препарата. Это витамин С. Ну, здесь не только витамин С, здесь еще есть Е и А витамин. Опыт его применения у меня очень большой, у меня трое детей, и начинала я пить, когда моя старшая дочь еще была даже меньше, чем вот эта вот девочка. Мы пьем его всегда, особенно в сезон простуд, пьем усиленными дозами, чтобы девочки, детки мои не болели. Я пью его сама при любых воспалительных процессах, при любых вирусных заболеваниях и для профилактики в том числе. Как он действует? Если поймать болезнь до того, как она начала, так сказать, сильно действовать, то можно убить все на начальных стадиях, выпив усиленную дозу. Для взрослого 10 капсул, для деток маленькой я даю 4 штучки, девочке, которой 9 лет, я даю 6 штучек. Могу даже 2 раза в день дать, и сама могу 2 раза в день выпить. И все, все проходит. Витамин С, он очень необходим для поддержания нашего иммунитета. А здесь А и Е, это для того, чтобы витамин С усваивался лучше. Очень рекомендую вот этот препарат. Как же он называется? Навадим.